Всем привет! Меня зовут Александра Краснобаева. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня грандиозный, невероятный день, потому что сегодня выход моего первого бесплатного, подробного мастер-класса по детскому изделию. Я знаю, что вы давно этого ждали, и я наконец-то подготовилась и готова вам его показать. В этом мастер-классе мы с вами рассмотрим все этапы расчетов. Я вам очень подробно и внимательно покажу, как вяжется каждый этап нашего кардигана. Также расскажу, как делать расчеты на планку, как вязать эту планку, как сшивать изделие. И сегодня мы свяжем вот такой кардиган. Это кардиган моей доченьки. Она его активно носит. Я знаю, что вы его тоже очень любите и тоже просили снять мастер-класс по этому изделию. Но мы сегодня свяжем вот такой бирюзовый кардиганчик по тем же самым расчетам. Он капельку больше, потому что потолще ниточка. Мы с вами разберем абсолютно все этапы вязания, все расчеты. Этот мастер-класс подойдет и опытным девочкам, которые просто хотят связать что-то новенькое, и новичкам, потому что мои расчеты, мои объяснения помогут даже новичкам справиться с такой работой. Вы сможете взять свои мерки, свои размеры и связать по моим расчетам на свой размер. Не обязательно вязать петля в петлю, ряд в ряд, как у меня. Я очень волнуюсь, но давайте скорее приступать к работе. Вот так выглядит этот кардиган в разложенном виде. Дочка моя его активно носила, поэтому он уже немножко потрепанный, но все равно видно, как это выглядит сверху. Вяжется он тремя деталями, то есть мы вяжем спинку и две полочки одновременно до подмышек поворотными рядами, затем разделяем вот здесь вот проймы. Я покажу, как это выглядит. И дальше два рукава, всего три детали. После того, как мы эти детали связали, мы делаем плечевой шов, пришиваем рукав к пройме и дальше от запястья к подмышке сшиваем оба рукава. Дальше обвязываем все планочкой. Вот такой вот планка резинка 1х1 связана, низ у кардигана 1х1 резинка и основной узор это английская резинка. Вот здесь вот, несмотря на то, что очень плотненько связана планочка, аккуратненько, петли для пуговиц я не делаю, то есть я просто вставляю пуговицу туда, куда мне захочется, и со временем уже в итоге, когда вы несколько раз ее вот так вот ставите, образуется дырочка. Если делать отдельную петельку, то она тоже со временем может растянуться. В общем, мне это не очень нравится в детских изделиях, поэтому петли я не делаю. Здесь я использовала пряжу. Одна ниточка это ализе кашмира Fine, и вторая ниточка точно такого же оттенка это ализе Kid Mohair. Одна ниточка та, спицы 3,5. Вы можете использовать абсолютно любую пряжу, какую хотите, не ориентируйтесь на мою. Тем более я не очень рекомендую эту пряжу для деток, потому что она чуть колется. Рукавчик, кстати, здесь с прибавками кверху, и прибавки делаются по центру рукава. Вот так, чтобы это красиво выглядело. Как это делать, я покажу дальше в мастер-классе. Как эти детали все выглядят в разложенном состоянии, я сейчас вам покажу. У меня здесь связан такой же розовый кардиган на малышку. Вот такой прекрасный. Вот смотрите, это вперед и спинка. Они вяжутся одновременно. Две полочки, вот спинка и две полочки. На полочках здесь V-образный вырез. Вот такие вот убавки. Тоже покажу, как это делать дальше в мастер-классе. И вот такой одной цельной деталью. Оно у меня все связано. На спинке выреза никакого нет. Просто прямо закрыто полотно. Ну, для детского изделия, для такого кардиганчика, я считаю, что это нормально. И также два рукавчика отдельно тоже связаны здесь вот такие прибавки, то есть одна центральная лицевая и справа и слева от нее прибавки, вот так получается красиво. И второй аналогичный рукавчик. Вот так, это детали одного кардигана. Дальше уже покажу, как эти детали вязать, но самое главное, мы начнем с расчетов. Расчеты обязательно сделать нужно, расчеты элементарные, быстрые, поэтому не переживайте. Ну что ж, для начала посмотрим, как выглядит этот кардиган и запишем все размеры этого кардигана. Я вязала этот кардиган на дочку на годик, вы можете сейчас примерно
ну, примерно на годик, может, чуть старше она была. Вы можете сейчас сориентироваться в размерах. Вообще, советую вам просто взять изделие, которое носит ребенок, которое хорошо на нем сидит, и его измерить со всех сторон. Если вы не знаете размеров, или это не ваш ребенок, вы вяжете там в подарок кому-то, то в интернете тоже очень много значений, сколько там ширина, высота кофточки для ребенка конкретного возраста. Я по всем возрастам говорить не буду, я просто скажу прибавку на свободное облегание. Я брала за основу обхват живота, ну, либо обхват груди, в зависимости от того, какой возраст ребенка, потому что у малышей животики больше, чуть постарше уже грудка будет больше. И вот 51 сантиметр сейчас у моей дочки. Я сделала прибавку на свободное облегание 9 сантиметров, и в итоге получила 60 сантиметров. Это мое изделие в круговую. Вот на эту мерку и ориентируйтесь. То есть вы берете окружность живота либо груди, добавляете сантиметров 10 на свободу и получаете ширину вашего изделия. Я записываю сюда, что вот это у меня ширина 30 сантиметров, ну 60 всего, 30 половинка. 30 это высота, длина моего изделия. Тоже вы можете измерить либо готовая вещь, которую носит ребенок, либо посмотреть в интернете значение. А дальше здесь я разделила на 3 равные части, то есть 10 сантиметров у меня вырез, 10 сантиметров у меня одно плечо и второе плечо. А вот здесь вот моя планочка 3 сантиметра, и здесь я хотела уточнить, что я вот эту планку не включаю в 60 сантиметров, то есть у меня в итоге получается, я вяжу спинку и полочку 60 сантиметров, а потом еще добираю петли на планку, и у меня спинка будет 30 сантиметров, а две полочки вместе с планка внахлёст 33 сантиметра. Животики у деток большие, поэтому ничего страшного, если вперед будет чуть больше, чем спинка, это даже нормально. Дальше, длина рукава у меня 20 сантиметров, точно так же взяла готовую вещь, измерила, сколько там рукавчик. Здесь 17 сантиметров рукав снизу, сверху в плече рукав 24 сантиметра у меня. Это именно окружность моего рукава. Моя пройма и мой вырез, они одинаковые, чтобы мне было удобно вязать, то есть начинается вот разделение на проймы в том же месте, где и начинается вырез. И у меня это 12 сантиметров. Тоже измерила по готовому изделию. В принципе, все, больше нам ничего не нужно в мерках, в значениях, в сантиметрах, поэтому записываю дальше плотность своего вязания. Перед тем, как начинать вязать изделие, вы обязательно вяжете образец. Образец вы вяжете минимум 22 петельки в ширину и 22 рядочка в высоту. Дальше делаете его влажно-тепловую обработку, то есть вы его стираете и измеряете. Измеряете вы вот здесь вот, посерединке ширину и посерединке высоту, не затрагивая кромочные и не затрагивая ряд наборный и ряд закрытия. То есть у вас будет 20 рабочих петель и 20 рабочих рядов. И записываете то, что у вас получилось, себе в расчеты. Это минимум такой образец должен быть. Если вы новичок, вы можете связать образец побольше. Образец поменьше вязать не советую, потому что расчеты могут быть неточными. То есть 22 петельки и 22 рядочка минимум. Давайте теперь запишем мою плотность вязания, вы записываете свою. У меня в 20 петлях 9,2 сантиметра, и в 20 рядах у меня 5 сантиметров. Сантиметры мы не округляем, вот сколько вы измерили, сколько у вас получилось, таким же остатком и записываем. Дальше я смотрю, что мне нужно посчитать. Мне нужно посчитать петли теперь и ряды. Петли — это все, что горизонтальное, ряды — все, что вертикальное. Что здесь у меня есть горизонтальное? Для начала, чтобы лучше разобраться в этом во всем, я нарисую еще эти две детали. Спинку и полочки одна деталь, и рукавчик две другие детали. На отдельно, каждую отдельно. Вот смотрите, как у меня выглядит спинка и две полочки. Вот это у меня часть возле планки. Здесь у меня вот такой вот V-образный вырез. Дальше у меня идет какое-то количество, это плечико ровное. Дальше мы разделяем все на проймы. Это у меня спинка, это снова пройма, это плечо, V-образный вырез и вниз. Вот так выглядит у меня деталь там, где спинка и две полочки. Здесь по низу резиночка. И сейчас нарисуем еще рукавчик. Рукавчик у меня сверху побольше, снизу поменьше. Вот такой вот, да, он к
кверху расширяется и по низу резиночка. Расширение у нас идет только в английской резинке. Резинка вот здесь 1/1 вяжется без прибавок. И здесь у меня по рукаву, по центру будут прибавки. Я буду делать их именно по центру. Как это делать, я покажу. В одном ряду 2 петельки мы прибавляем, потому что, чтобы узор не сбивался. У нас английская резинка. И здесь у меня по вырезу идут убавки по V-образному вырезу. Вот тут с краю. Готово. Теперь я перепишу также некоторые значения сюда. 60 сантиметров это вот вся моя вот эта деталь. 60 сантиметров. Дальше здесь у меня высота резиночки 3 сантиметра. Вы можете взять свою высоту. 3-5 сантиметров будет достаточно. 12 сантиметров это глубина моего выреза и проймы, и от 30 я отнимаю 12 и отнимаю 3, у меня в итоге получается 15, это моя английская резинка, которая вяжется просто прямо вверх. Дальше здесь у меня спинка 30 сантиметров, плечо 10 сантиметров, и вот этот вырез у меня 5 сантиметров, потому что всего у меня 10 сантиметров мой вырез, а по половинке по 5 сантиметров. Готово. Рукав у меня сверху 24 сантиметра, вот как здесь я указала, записываю 24, снизу 17 сантиметров, записываю тоже здесь 17. Высота резиночки у меня тоже 3 сантиметра, как и по спинке, и по переду. И здесь у меня 20 минус 3 сантиметра резинка, 17 сантиметров. Я вяжу свою английскую резинку и буду делать прибавки. Значит, здесь у меня ширина 60 сантиметров. Мне нужно узнать, сколько будет это петель. Дальше двигаемся, вот здесь вот 5 сантиметров, это ширина моего выреза, мне нужно узнать, сколько это петель, сколько мне здесь нужно убавить. Дальше в рукаве 17 сантиметров низ, я немножко отступлю, чтобы вы понимали, что это уже другая деталь. 24 сантиметра вверх, мне нужно узнать, сколько это будет петель. И тоже все, больше ничего не нужно. Что касается высоты, 3 сантиметра моя резиночка, мне нужно узнать, сколько будет это рядов. 15 сантиметров это моя английская резинка прямо вверх, и 12 сантиметров это высота моего выреза. В рукаве 3 сантиметра резинка мы сейчас посчитаем, и 17 сантиметров сколько это будет, это тоже моя английская резинка в рукаве, там где будут прибавки. Все готово. Теперь, как в школе, обычной пропорции мы считаем: 60 умножаем на 20 и делим на 9,2, у меня получилось 131 петля. Вот здесь вот сразу вам говорю, что по спинке и по переду здесь должно быть нечетное число петель. Нечетное число петель для того, чтобы справа и слева вот здесь у планки у вас была одинаковая петля, одна и та же, либо лицевая, либо изнаночная, и там, тогда будет красиво вот здесь вот на планочке все смотреться. 5 умножаю на 20 и делю на 9,2, у меня получается 11 петель. 17 умножаю на 20 и делю на 9,2, у меня получается 38 петель. А вот здесь наоборот должно быть четное число, потому что мы сошьем рукав, и чтобы у нас чередование лицевых и изнаночных сохранялось в нашем узоре, на рукав набираем четное число петель. Дальше 24 умножаем на 20 и делим на 9,2, получается 54 петельки. И теперь смотрим высоту. 3 умножаем на 20 и делим на 5, у меня получилось 12 рядов. 15 умножаем на 20 и делим на 5, у меня получилось 60 рядов. 12 умножаем на 20 и делим на 5, у меня получилось 48 рядов. 17 умножаем на 20 и делим на 5, получилось 68 рядов. Все, петли и ряды мы посчитали. Теперь нам нужно сделать еще некоторые расчеты. Нам нужно теперь посчитать убавки по вырезу, потому что они у нас здесь идут равномерно. Так как у нас V-образный вырез, должны быть четкие, красивые прямые линии, ну такие скошенные. И мы должны узнать, в каком ряду нам делать эти равномерные убавки. А также посчитать прибавки по рукаву, потому что рукав у нас тоже равномерно расширяется кверху. И мы тоже должны понимать, через какое количество рядов делать эти прибавки. Сначала сделаем расчеты на вырез. Что я здесь записываю? Мне нужно всего убавить вот 5 сантиметров 11 петель. Я пишу минус 11 петель
За какое количество рядов? За 12 сантиметров. Это 48 рядов. За 48 рядов. Убавки я буду делать только в лицевых рядах, мне это удобнее, поэтому я в скобочках записываю, что это 24 лицевых ряда. Но посмотрите, что получается. 24 лицевых ряда, 11 петель убавить. Я для себя подумала, если я убавлю 12 петель, то у меня получатся убавки четко в каждом втором лицевом ряду. Это будет очень красиво, аккуратно, поэтому я для себя 11 петель зачеркнула и оставила 12 петель. Мое плечико будет на одну петлю меньше, но зато прибавки будут красиво распределены. Если у вас такая же ситуация, вы можете подкорректировать ваше количество убавок, либо количество рядов можете подкорректировать. Если ситуации такой нет, то оставляйте все как есть. И теперь мне нужно посчитать, через какое количество рядов мне нужно делать убавки. Я беру 24 лицевых ряда и делю на количество петель, которые нужно убавить, на 12 петель. У меня получилось 2. Это означает, что в каждом втором лицевом ряду я буду убавлять одну петлю, минус одна петля. Готово, вырез мы посчитали, все отлично. Теперь мы с вами считаем прибавки по рукаву. Что здесь мне нужно посмотреть, сколько всего мне нужно будет раз прибавить. В одном ряду я прибавляю по 2 петли, мне нужно узнать, сколько раз за всю длину рукава мне нужно сделать прибавок. Я беру верхнюю часть рукава, 54 петельки, отнимаю нижнюю часть рукава, 17 сантиметров, 38 петель, и делю на 2, потому что у меня в каждом ряду 2 прибавки. У меня получилось 8. Это означает, что 8 раз мне нужно будет прибавить петли по рукаву. Всего я должна буду прибавить 16 петель, потому что в каждом ряду прибавляю 2 петли. Значит, я пишу плюс 16 петель за какое количество рядов? За 17 сантиметров 68 рядов. За 68 рядов. Прибавки я буду делать только в лицевых рядах, поэтому записываю 34 лицевых ряда. В лицевых рядах мне делать их удобнее, нагляднее. И точно так же количество рядов, 34 лицевых ряда, я делю на количество прибавок, на 8 раз. На 8 раз. У меня получилось 4,25. Мы смотрим на целое число, на вот это, на 4. И это означает, что в каждом четвертом лицевом ряду я буду прибавлять 2 петельки в своем рукаве. Все, это мы тоже сделали. Дальше я вам советую написать план вязания, потому что по плану вязания ориентироваться в самом вязании очень удобно. Вы совершенно спокойно сможете смотреть, что зачем мы выполняем, какой пункт за каким идет, и не ошибетесь. Потом, когда мы будем вязать, вы в процессе вязания поймете, насколько это удобно. Значит, я переверну, запишу план вязания себе вот здесь, на новой страничке. Еще также нам нужно будет сделать расчеты на планку, но это уже в конце, потому что расчеты на планку нам нужно будет сделать, ориентируясь на плотность нашей нижней резинки. Пока мы нижнюю резинку не свяжем, планку мы не рассчитываем. Здесь у меня будет спинка плюс полочки, здесь у меня будет рукав. План вязания нам помогает не копаться в расчетах, не считать ряды, не запоминать, где мы остановились, не вести какие-то длинные описания и конспекты. План вязания – это четкая структура того, что мы делаем в процессе вязания, и также отмечаем в плане вязания все прибавки и убавки. Нарисуем сейчас мои знаменитые любимые клеточки, которые всем нравятся. Надеюсь, что вам они понравятся также. Так, спинка плюс полочки. Первое, что мы должны с вами сделать, это набрать какое-то количество петель. Набрать. Я смотрю свои расчеты. Вот, смотрите, по расчетам 131 петля всего, то есть мне нужно набрать 131 петельку. Так как мы вяжем поворотными рядами, мы также набираем и кромочные. Значит, 131 плюс 2 кромочные. Дальше, смотрите, 3 сантиметра у нас резинка, это 12 рядов. Потом узор 15 сантиметров, это 60 рядов просто прямо вверх английской резинкой, и 12 сантиметров, это 48 рядов, наши убавки по вырезу. В каждом втором лицевом ряду мы убавляем по одной петле. Вот сейчас мы это все с вами запишем. Значит, набрать мне нужно 131 петлю плюс 2 кромочные петли, всего 133 петельки. Дальше второй пункт. Я вяжу резинку 1 на 1.
У меня 3 сантиметра резинка, и это 12 рядов. У вас по вашей плотности вязания будет свое количество рядов. Дальше, третий пункт. Я вяжу узор. У меня английская резинка 15 сантиметров. Это 60 рядов. И в скобочках я записываю, что это 30 лицевых рядов, потому что я сейчас нарисую клеточки. Нарисую 30 клеточек. И каждая клеточка у меня это пара лицевой плюс изнаночный ряд. Когда я буду вязать, я буду отмечать эти пары в этих клеточках, зачеркивать клеточки, и таким образом мне не нужно будет постоянно считать, сколько рядов я провязала и сколько мне осталось. Потом в процессе вязания я покажу, как этим пользоваться. Четвертый пункт, мы вяжем вырез и проймы, но проймы у нас вяжутся прямо, просто нам нужно будет их разделить. Вырез у меня 12 сантиметров, это 48 рядов, в скобочках я записываю 24 лицевых ряда и рисую 24 клеточки. Вот так нарисовала. И также у меня в вырезе убавки в каждом втором лицевом ряду. То есть я считаю, первая клеточка пропускаю, вторая клеточка, это второй лицевой ряд, ставлю точечку. Точечка у меня означает, что в вырезе у меня будут убавки. И вот так каждую вторую клеточку я отмечаю точечкой. Всего мне нужно убавить 12 раз, то есть мне нужно поставить 12 точечек. Вот так. Пишу условное обозначение, что точечка это минус 1 петля. Все, я когда вяжу себе, зачеркиваю клеточки. Если я дохожу до клеточки с точкой, это означает, что в этом ряду мне нужно сделать убавку. Тоже как это делать, подробно рассмотрим уже в процессе вязания. Теперь посмотрим на рукав, что нужно в рукаве связать. На рукав мы набираем, вот смотрите, 17 сантиметров. 38 петель плюс 2 кромочные, рукав у нас со швом. Дальше вяжем 3 сантиметра 12 рядов резинку и 17 сантиметров 68 рядов английскую резинку, делая прибавки в каждом четвертом лицевом ряду. Вот сейчас мы это тоже все запишем. Первое, что нам нужно сделать, это набрать. Набрать мне нужно 38 петель плюс 2 кромочные петли. Всего 40 петель я набираю на рукав. Второй пункт, я вяжу точно так же резинку. У меня резинка 1 на 1, 3 сантиметра, 12 рядов. Третий пункт, я вяжу узор в рукаве, у меня он 17 сантиметров, это 68 рядов. В скобочках я записываю, что это 34 лицевых ряда и рисую 34 клеточки. Клеточки, кстати, я отмечаю слева направо, снизу вверх, потому что вяжем мы тоже снизу вверх. Если вам удобно отмечать клеточки по-другому, отмечайте, как вам удобно. Кто-то отмечает сверху вниз, кто-то отмечает вот так вот змейкой. Это на ваше усмотрение. И я помню, что у меня прибавки в рукаве в каждом четвертом ряду. То есть каждую четвертую клеточку я должна буду отметить точкой. Первую прибавку я не буду делать сразу после резинки, сделаю в следующем лицевом ряду. Поставила точку и считаю 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Условное обозначение записываю, что точечка это плюс 2 петельки. Все, расчеты мы с вами сделали, теперь можно начинать вязать. Я покажу, из какой пряжи я буду вязать этот кардиган. Вот такой у нас будет он, яркий, сочный. Это мои остаточки, вяжу из остаточков. В две ниточки я буду использовать пряжу Alize Lana Gold 800. В две ниточки. И одну ниточку похожего оттенка Alize Kid Mohair. Спицы у меня будут 3,5 мм. Самые обычные, это разъемные спицы Adi. Вы можете использовать свои. Использую круговые, хотя здесь подойдут и прямые. Ну что, я взяла свою ниточку, как я сказала. Две ниточки Alize Lana Gold 800. Одна ниточка Kid Mohair. Отмерила себе кончик, мне нужно набрать 131 петельку, вот у меня конец, и начинаю вязать. Набирать я буду итальянским способом, первую петлю набираю как обычно, а дальше что я делаю, набираю изнаночную петлю, подхватываю вот эту снизу ниточку, эту сверху, раз, получается вот такая перемычка горизонтальная, как у изнаночной петли. Дальше лицевую. Подхватываю снизу эту ниточку, а сверху противоположную. Вот так. И так у меня получается как будто бы лицевая. Дальше изнаночная. Снизу дальнюю ниточку, сверху переднюю ниточку. Дальше снизу переднюю, сверху дальнюю.
И таким образом набираю 131 петлю. Внимательно считаю, чередую лицевые и изнаночные петли. Вот так вот иду до конца. Вот я набрала 132 петельки, мне нужно всего 133. Последнюю 133 я набираю как обычно. Вот так. Все, готово. Дальше мы вяжем 2 ряда полой резинкой. Разворачиваю я свое вязание. Первую петельку я снимаю вот так вот просто спицей. И вяжу полую резинку. Вот эта петелька, которая похожа на лицевую петлю, которую хочется провязать бабушкиным способом, я провязываю лицевой за заднюю стенку. А петелька, которая с горизонтальной вот такой перемычкой, я просто снимаю нить перед петлей. Дальше лицевая провязываю лицевой, изнаночную снимаю нить перед петлей. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю. И вяжу так до конца ряда. Первый ряд я связала полой резинкой, кромочная у меня тут, разворачиваюсь, вяжу второй ряд точно так же полой резинкой. Первую кромочную снимаю. И дальше смотрю, вот у меня изнаночная, я ее снимаю нить перед петлей, а это моя лицевая, провязываю уже лицевой классическим способом, изнаночную снимаю, а лицевую провязываю и снова вяжу так до конца ряда. Так, я довязываю второй ряд полой резинкой, и всего мне нужно провязать 12 рядов по моему плану вязания моей резинки. Вот смотрите, ряд наборный. И следующий за ним ряд, который на спицах, это уже 2 ряда. То есть мне осталось провязать 10 рядов. 2 ряда полой резинкой провязала. Следующий ряд я уже вяжу все петли. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Все петли провязываю, чередую резинку 1 на 1. Чередую лицевые и изнаночные. И мне осталось провязать 10 таких рядов. Вот спокойненько себе вяжу туда-назад. Чередование лицевых и изнаночных петель. Вот я связала 12 рядов, но дополнительно связала еще 13. Почему? Потому что я хочу, чтобы с моей лицевой стороны крайняя петля была изнаночной, чтобы я, когда набирала планку, я буду набирать ее в рабочие петли, в центр рабочей петли, и чтобы я набирала в изнаночные петли, а не в лицевую, чтобы лицевая у меня не делилась на половинку. Вот в изнаночные наберу, и дальше у меня будет лицевая, это будет все очень красиво, гармонично смотреться. Так, значит, дальше я буду вязать уже свою английскую резинку 15 сантиметров 60 рядов. И ставлю в первой клеточке отметку. Первый ряд моей английской резинки, все петли провязываю лицевые лицевыми, изнаночные петли изнаночными. Тут все очень просто, это первый лицевой ряд английской резинки. Ну и в принципе все последующие лицевые ряды, они вяжутся точно так же. Вяжем до конца. Довязываю ряд до конца, это мой лицевой ряд. Дальше переворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд. В изнаночном ряду мы лицевую петлю провязываем, а изнаночную снимаем вместе с накидом. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем вместе с накидом. Лицевую провязываем, делаем накид и изнаночную снимаем. И вяжем так изнаночный ряд до конца. Так, вот мы связали пару лицевой плюс изнаночный ряд. Ставлю отметку в следующей клеточке. У меня следующая пара лицевой плюс изнаночный. И мой лицевой ряд я все петли провязываю изнаночную изнаночной. Лицевую с накидом провязываю лицевой. Изнаночную изнаночной, лицевую с накидом, лицевой. И вяжу вот так, чередуя лицевые и изнаночные. Изнаночный ряд провязываем точно так же. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И все клеточки отмечаем потихоньку, пока не провяжем все 60 рядов. Все, я связала, посмотрите, что у меня получилось. Резиночка и дальше моя английская резинка вверх. Отмечала я это все в клеточках. Тут еще мне дочка немного помогала, поэтому не обращаем внимания. И дальше мне нужно вязать свой вырез. Для того, чтобы связать вырез, я должна сначала разделить свое вязаное полотно на 3 части. Делим наши петли примерно пополам, потому что пополам не получится у меня нечетное число петель. Распределяем петли так. Делим пополам, у меня 133, я разделила на 2, у меня получилось 65 и 66. И 2 кромочные. Вот смотрите, 65 петель я оставила на спинку, вот мои центральные 65. На спинку оставляем нечетное число, чтобы у нас справа и слева была одна и та же петля. На полочке
мы 66 мои, да, мою вторую половину поделили на 2, получилось 33. То есть у меня полочка кромочная, 33 петельки, спинка 65, полочка 33 и кромочная. Так, и теперь мы будем вязать только нашу полочку, то есть от начала вязания до маркера. Чтобы это было удобно, я советую оставшиеся петли переснять на булавку. Ну, либо на иглу с ниткой, либо на другие спицы, на другую леску, не имеет значения. Я пересняла на булавке, вот моя полочка, это спинка и еще одна полочка, которую мы сейчас будем вязать. Я еще для наглядности напишу, расскажу, как я распределяла все петли. Вот смотрите, моя такая деталь, она выглядит вот так, которую я должна буду связать. И у меня здесь получается всего 133 петельки всего, это и кромочные, и рабочие. На спинку я оставила 65 петель, на полочку оставила 33, на вторую полочку 33 и по одной кромочной у меня справа и слева. Вот так примерно вы тоже можете распределить свои петли. И теперь вот эти 33 петельки я буду вязать и отмечать свои убавки в клеточках. Первый ряд с убавками я отмечаю в клеточке, вижу, что у меня здесь нет точки, значит, я буду просто вязать туда-назад без убавок первый ряд. Продолжаю вязать свою английскую резинку, так как я привыкла. Один ряд у нас лицевой, один изнаночный. Но вот в конце лицевого ряда, там, где у нас стык со спинкой, мы добавим еще одну петлю. Добавляю я ее для того, чтобы она у меня служила сейчас новой кромочной, потому что у меня одна кромочная с одной стороны есть, а с другой стороны нет. И мне бы не хотелось использовать мои рабочие петли в качестве кромочных. Вот смотрите, дошла я почти до конца. Как я здесь добавлю кромочную, я провязываю все петли, которые у меня есть, и из следующей петли, вот моя лицевая следующая петля, вот эта, я вывязываю еще одну, вот так. То есть лицевая эта петля у меня остается на булавке, и из нее я вывязала одну. Вот это моя будет новая кромочная. Разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд до конца. Так же, как я привыкла, первую кромочную снимаю и остальные уже вяжу по узору. У меня тут изнаночные с накидом снимаются, а лицевые провязываются. Довязала я почти ряд до конца, готова кромочная. Разворачиваю вязание, ставлю отметку. У меня здесь уже клеточка с точечкой, то есть мне сейчас нужно будет сделать первую убавку в V-образном вырезе. Как я ее делаю? Сначала вы должны понять, в каком месте вы хотите делать вашу убавку. Вот смотрите, кромочная петля у нас не участвует, дальше идет изнаночная петля, в нее мы будем набирать петли для планки, дальше идет лицевая, мы ее оставляем для красоты. И вот уже после этой лицевой можно решать, либо мы делаем убавку сразу вот здесь вот с изнаночной, вот эту часть убавляем, и у нас остается вот такая одна лицевая дорожка, и она будет идти по краю нашего V-образного выреза. Либо мы оставляем две лицевые петельки и убавки делаем чуть дальше, вот здесь. Сейчас я покажу на примере. Вот мой розовый кардиган, посмотрите, здесь вот одна петля кромочная, дальше идет изнаночная петля и одна лицевая, которая у нас вот так по краю красиво ложится, а уже рядом с ней идут убавки. Можно сделать так, можно оставить две вот такие лицевые, это на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Я думаю, что я оставлю две лицевые, чтобы было разнообразие какое-то, поэтому смотрите, я себе вяжу кромочная, изнаночная, в которую я буду набирать петли для планки, лицевая 1, изнаночная, лицевая 2, и вот уже после двух лицевых я буду делать убавки. Здесь можно повесить маркер для того, чтобы вы четко понимали, где конкретно вам нужно делать убавку. И теперь мы просто провязываем 2 вместе изнаночной петлей. То есть важно, чтобы была изнаночная. И 2 вместе изнаночные мы провязываем. Вот так. Первую убавку мы сделали. Дальше у нас тут вторая изнаночная, мы ее провязываем. 2 изнаночные будут рядом, это нормально. И вяжем ряд до конца.
Довязали ряд до конца, тут у нас наша новая кромочная. Разворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд. В изнаночном ряду помним, что у нас там будут 2 лицевые рядышком за счет того, что мы сделали убавку. Вот смотрите, здесь будут 2 лицевые рядышком. Вот одна лицевая провязали и вторая лицевая провязали. Это нормально. 2 лицевые. Маркер и наши оставшиеся петли. Кромочная, разворачиваю вязание. Дальше у меня здесь ряд без точечки, то есть мы провязываем туда-назад лицевой и изнаночный ряд без изменений. Провязываем мы и держим в голове, что у нас тут 2 изнаночные рядом, да, вот они, 2 изнаночные, просто 2 изнаночными одну, вторую провязываем. Вяжем лицевой ряд, дошли до конца, вяжем изнаночный ряд. Тоже 2 лицевые у нас будут рядом в изнаночном ряду. Вот они, смотрите, 2 лицевые. Одна лицевая, вторая лицевая. Маркер и оставшиеся петли до конца ряда. Кромочная. Разворачиваю вязание, отмечаю следующий ряд, у меня снова точечка, это означает, что я буду делать снова убавки. Где я буду их делать? Вот маркер у меня стоит, после маркера сразу и сделаю. Кромочную снимаем, дальше у нас изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, маркер. И дальше следующие петли после маркера я провязываю 2 вместе изнаночной. Мы всегда провязываем здесь, в этом вырезе, 2 вместе изнаночной петлей. Вот так. В первом случае мы провязывали изнаночную и следующую лицевую 2 вместе. Сейчас 2 изнаночные 2 вместе. Вот у нас теперь вторая убавка получилась. И дальше уже чередование лицевых и изнаночных у нас снова наладилось. Все, и вяжем так до конца ряда. Мы сделали вторую убавку. Довязали ряд до конца. Вяжем изнаночный ряд. Тут у нас чередование сохранилось, поэтому все в порядке. Готово. Завершили вязать изнаночный ряд. Вот так у нас получаются наши убавки. Видите? Дорожки из лицевых петель. Вот эти вертикальные, они потихоньку будут у нас вот так закрываться. А V-образный вырез будет спокойненько стремиться в данном случае на этой полочке влево. Готово. Дальше у нас идет ряд без убавок, потом снова точка, снова делаем убавку. То есть после маркера изнаночную с лицевой провязываем 2 вместе изнаночной. У нас снова тут будут 2 изнаночные рядом и все повторяется так же, как я вам и показывала предыдущие наши убавки. Вяжем так до конца, пока не закончатся наши клеточки и мы не сделаем все необходимые убавки. Связала я свою полочку, вот что у меня получилось, это пройма, это наши убавки, вот такие красивые, аккуратные. И все клеточки я отметила. Дальше мне нужно петли закрыть. Я закрываю их самым обычным способом. Для того, чтобы не стянуто было полотно сверху, я первую петельку снимаю. Дальше у меня изнаночная, изнаночную провязываю и продеваю сквозь предыдущую. Вот так. Дальше лицевая провязываю лицевой и продеваю сквозь предыдущую. Дальше изнаночная, продеваю сквозь предыдущую, лицевая, продеваю и вяжу так, закрываю петельки до конца ряда. Готово. Ниточку здесь я оставляю подлиннее для того, чтобы этой нитью сшивать плечи, то есть чтобы новую ниточку потом не добавлять, именно этой я плечи и сошью, поэтому оставлю ее подлиннее. Готово. И можно посмотреть, что у меня получилось. Вот такая аккуратная полочка, аккуратный V-образный вырез и равномерные убавки. Дальше мне нужно связать точно так же вторую мою полочку, только в зеркальном отражении. Я с булавки переснимаю петельки на спицу. Спинка у меня пока остается нетронутой. Вот я пересняла петли, булавку убираю. И дальше смотрю место, где я буду делать убавки у этой полочки. Здесь у меня будет пройма, здесь у меня передняя часть и будет планка. И точно так же, смотрите, я отсчитываю кромочная,
Дальше изнаночная, в которую будут набираться петли для планки, лицевая 1, лицевая 2, и вот после второй лицевой вот эту следующую изнаночную я буду провязывать 2 вместе с соседней уже теперь правой, а не левой петлей. И я заранее повешу здесь маркер для того, чтобы знать конкретно, где мне нужно убавлять мои петли. И теперь начинаю вязать. Начало ряда у меня теперь будет у проймы, конец ряда там, где убавки. Отмечать я точно так же буду все в клеточках. В этих же клеточках рисовать заново ничего не нужно, я просто буду зачеркивать в другую сторону. Первый ряд у меня никаких убавок нет, я вяжу туда-назад поворотными рядами. Начинаю вязание, просто приставляю новую ниточку к вязанию своему, и здесь, как вы помните, мне нужно добавить одну кромочную. Вот моя петля лицевая на спице следующая, я в нее вставляю спицу и вот так вот петельку новую провязываю. Вот, то есть у меня эта петля на булавке, петля относится к спинке, но из ее центра я вывязываю новую. Это будет моя новая кромочная, и дальше спокойненько себе вяжу все петли, которые уже на спице. Так, я провязала ряд туда-назад, отмечаю следующий ряд в клеточках, он у меня с точкой, это означает, что сейчас мне нужно будет сделать первую убавку, и показываю, как ее делать. Вяжу начало ряда у меня здесь без изменений, то есть мои убавки теперь в этой полочке будут в конце ряда. Так, кромочную снимаю, вяжу все петли, и здесь уже у меня будут убавки не после маркера, а перед маркером. Вот смотрите, у меня остаются 2 петельки до маркера, и я провязываю их 2 вместе изнаночной, тут тоже 2 вместе изнаночной. Вот так, первая убавка готова, маркер переснимаем и провязываем оставшиеся петли до конца ряда. Здесь у меня снова, как и в предыдущей полочке, 2 изнаночные рядом. Разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд. И помню, что 2 изнаночные рядом, чтобы меня это не смущало, чтобы я не запуталась в узоре. Здесь с изнаночной стороны 2 лицевые, 1 лицевая и 2 лицевая. Все, вяжу до конца, довязала до конца, кромочная, разворачиваю вязание, ставлю отметку. У меня точечки нет, значит, я вяжу туда-назад лицевой и изнаночный ряд без убавок. Продолжаю вязать, это мой лицевой ряд и следующий изнаночный. Без убавок. Готово, провязала я 2 ряда, ставлю следующую отметку, у меня снова точечка, значит, снова будет убавка. И я снова до маркера 2 петельки буду провязывать 2 вместе изнаночной. Вяжу пока все петли своего лицевого ряда. Вот у меня остается 2 петельки, это 2 мои изнаночные петли, я провязываю их 2 вместе изнаночной. Вторая убавка сделана, дальше маркер и все оставшиеся петли. Все, и дальше я вяжу точно так же все остальные убавки. То есть сейчас у меня будет ряд изнаночный, тут чередование у меня снова сохранилось лицевых и изнаночных. Потом туда-назад без убавок и следующая точечка, я снова перед маркером буду провязывать 2 вместе изнаночные. Итак, свяжем нашу полочку вторую вверх, пока не закончатся все ряды. Вот тут уже первая убавка у меня видна. Моя вторая полочка готова. Вот такой V-образный получился вырез с этой стороны. Аккуратненький, красивенький. И осталось связать только с петли спинки. Спинку мы вяжем прямо вверх. Никаких убавок здесь нет, выреза по спинке в данном кардигане тоже нет. То есть вот я пересняла уже петли на спицы с булавки и буду вязать прямо вверх. Отмечать я буду также все ряды вот здесь, вот в этом пункте, где пункт про вырез. Только я буду, например, рисовать кружочки. Кружочек нарисовала, значит, вяжу этот ряд. На точечке внимания я уже не обращаю, потому что тут никаких убавок нет. Просто мне нужно провязать 48 рядов прямо вверх. Итак, я здесь в начале и в конце ряда снова добавлю кромочные петельки, чтобы у меня и по спинке 2 кромочные новые петли были. Приставляю просто ниточку новенькую, которой я буду вязать. Беру свою спицу. Здесь я набирала из этой петельки кромочную петлю, здесь она у меня пойдет как рабочая, а вот наоборот из той новой образовавшейся кромочной для полочки я наберу себе петельку кромочную для спинки. То есть я вставляю вот сюда в центр этой петли спицу, вытягиваю петельку новую,
Вот так, вот моя новая кромочная. И дальше у меня пошли рабочие петли. Вот это лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И пошли так дальше вязать. Вяжем до конца ряда. Вот дошла я до конца. Здесь провязываю все петельки. И в соседней петле, вот этой вот, которая идет к полочке, вставляю спицу и провязываю одну петельку еще, это будет моя новая кромочная. Все, разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд, и каждую пару лицевой плюс изнаночный я отмечаю в клеточках. И вяжу так до верха, пока не свяжу все необходимые ряды своей спинки. Закрываю петли я точно так же, как у полочек, провязываю, продеваю сквозь предыдущую, чтобы у меня полотно не было стянуто. Вяжем спинку. Вот какая деталь у меня получилась. Связала я полностью и две полочки, и спинку. Вот тут у меня проймы мои. Вот такие получились. И вот такие аккуратные V-образные вырезы получились. Все, теперь мы можем начинать вязать рукава. Так, и вот мои расчеты на рукава. Мне нужно набрать 38 плюс 2 кромочные 40 петель. И буду вязать резинку 1 на 1, 3 сантиметра, 12 рядов. Так же, как я делала здесь по спинке и по переду. Спицы я использую те же. Набирать я буду таким же способом. Но здесь есть один нюанс. Мы оставляем еще дополнительно на ниточке сантиметров 50 для того, чтобы потом этой нитью сшить рукав от запястья к подмышке. Отмерила я этой ниточкой, я буду сшивать, и отмеряю ниточку для того, чтобы петельки набрать. Набираю я таким же итальянским способом первую петельку, как обычно, вот так, и дальше пошла у меня изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И набираю так всего 40 петель. Набрала 39 и 40-ю последнюю стандартным способом. Вот, 40 петель набрала. Здесь у меня ниточка остается. Ей я буду сшивать. Теперь разворачиваю вязание и вяжу 2 ряда полой резинкой. Первую снимаю петлю. Дальше вяжу изнаночную, это вот такая с горизонтальной перемычкой. Ее снимаю нить перед петлей, вяжу лицевую, провязываю лицевой. Изнаночную снимаю, лицевую провязываю. В первом ряду лицевые я провязываю бабушкиным способом. Первый ряд провязан, это у меня кромочная. Разворачиваю вязание, вяжу второй ряд, также полой резинкой. Первую снимаю, изнаночную снимаю нить перед петлей, лицевую провязываю уже классическим способом за переднюю стенку. Вяжу второй ряд полой резинкой, довязала, и дальше вяжу, вот у меня первый ряд наборный, дальше ряд, который на спицах, это 2 ряда, всего мне нужно провязать 12 рядов, то есть я вяжу теперь оставшиеся 10 рядов резинкой 1 на 1, провязываю все петли изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Здесь уже у меня не полая резинка, а стандартная резинка 1 на 1, вяжу так еще оставшиеся 10 рядов. Вот, резиночка у меня готова для рукава, 12 рядов провязала, здесь специально завязала узелочек, чтобы нитка мне не мешала. И дальше мне нужно теперь делать мои прибавки по вот этой вот схемке. Прибавки мы будем делать в центре, здесь будет центральная лицевая, справа и слева от нее 2 изнаночные, и вот справа и слева от этих трех петель, изнаночная, лицевая, изнаночная, мы будем делать прибавки. Сейчас я покажу это на рукаве. Вот рукав выглядит вот так. И здесь по центру лицевая, справа и слева от нее изнаночные, а затем идут прибавки, будут расходиться вот такими красивыми линиями. Для того, чтобы мне найти место, где я буду делать прибавки, мне нужно сделать некоторые расчеты, то есть сколько здесь петель, сколько здесь петель, и поставить маркеры, чтобы я четко понимала, где это находится, два маркера. Вот так выглядит мой рукав. По центру у меня будет одна лицевая петля и 2 изнаночные, и справа и слева от этой центральной петли я буду делать прибавки. У меня всего на рукаве сейчас 40 петель, вот тут внизу. Я записываю, что одна у меня кромочная с одной стороны, одна кромочная с другой стороны. Вот эти центральные я оставляю 3 петли, изнаночная, лицевая, изнаночная. И значит здесь у меня, с одной стороны здесь у меня остается 18 петель,
с этой стороны 17 петель. То есть мне нужно связать одну кромочную, 18 петель рабочих, затем 3 центральные, которые у меня будут участвовать в прибавках, 17 петель слева и в конце 1 кромочная. Так как у меня рукав имеет четное число петель, а центральную петлю я отметила лицевую 1, то второй рукав будет вязаться также только в зеркальном отражении. Вот я нарисовала второй рукав, тут тоже по центру лицевая, и справа и слева от 3 центральных петель будут прибавки. И второй рукав у меня будет вязаться так. У меня тут тоже кромочные, 3 петельки центральные, но теперь с этой стороны будет 17 петель, с этой стороны 18, вот так. И тогда у нас все получится в зеркальном отражении, все идеально. Ну что ж, я сначала свяжу один рукав, потом поясню немножко про второй. Итак, вяжу я, отмечаю в клеточках первый ряд, он у меня без точечки, значит, я никакие прибавки не делаю, просто провязываю туда-назад свою английскую резинку. Итак, как я это делаю? Первый мой ряд я провязываю все петли лицевые и изнаночные, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, и заранее сделаю разметку, то есть мне нужно сначала провязать кромочную и 18 рабочих петель. Кромочная, дальше 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот, 18 петель. Дальше у меня 3 петельки, изнаночная, лицевая, изнаночная. И справа и слева от них буду делать прибавки. Повешу маркер первым, чтобы отметить место прибавок. Дальше 3 центральные. 1, 2, 3. И повешу второй маркер. Второй маркер. И осталось у меня 17 петель плюс кромочная. Считаю. 1, 2. 2, 3, 4, 17 и кромочная. Все правильно, разметку я сделала правильно. Вяжу изнаночный ряд. В изнаночном ряду мы изнаночные снимаем с накидом, лицевые провязываем. Вяжу до конца. Довязала ряд до конца. Ставлю отметку в следующем ряду. Он у меня с точкой. То есть я буду прибавлять 2 петли. Показываю, как я это делаю. Вяжу до маркера свой узор. Дошла до маркера, делаю прибавку. Я ее делаю перекрученным накидом. Накидываю ниточку на указательный пальчик. Вот так разворачиваю и надеваю на спицу. Это первая моя прибавка. Дальше 3 петельки центральные. 1, 2, 3. Маркер переснимаю. И вторая прибавка. Здесь я уже разворачиваю в другую сторону, вот так, петельку, и надеваю на спицу. То есть мы прибавки делаем в зеркальном отражении. Сначала в одну сторону перекручиваем накид, здесь в другую сторону. Дальше вяжем до конца наш лицевой ряд. Довязала до конца, разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд. И в этом изнаночном ряду я должна учитывать, что у меня там 2 петельки прибавились. И в изнаночном ряду моя прибавка нынешняя будет провязана лицевой петлей. То есть, когда у нас есть 2 одинаковые петельки рядом, вот тут лицевая и еще одна прибавка, я провязываю лицевой, то мы их провязываем обе петельки лицевой в изнаночном ряду. Если у нас чередование сохраняется, чередование лицевых и изнаночных, то мы провязываем прибавку изнаночной петлей. Так, вот смотрите, еще раз покажу. Вот моя прибавка, провязываю ее лицевой, чтобы с лицевой стороны она выглядела как изнаночная. Ставлю отметку в клеточках, тут прибавок никаких нет, просто вяжем туда-назад. И здесь сейчас посмотрим, что у нас получилось вместе прибавок. Вот место прибавок, смотрите, у меня тут лицевая. Дальше моя прибавка, она провязывается изнаночной, маркер. 3 центральные, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше маркер, снова изнаночная, лицевая и так до конца ряда. Кромочная, и вот что у меня получилось. То есть вот тут по центру у меня 2 изнаночные рядом петельки. 3 центральные мы не трогаем, они у нас всегда одинаковые.
а справа от них, если первая прибавка будет, то это изнаночная петля и 2 изнаночные рядом. Когда мы следующую прибавку сделаем, тут мы ее будем уже провязывать лицевой. И лицевые и изнаночные будут у нас сохраняться, чередование. Дальше мы вяжем несколько рядов без прибавок прямо вверх, а потом следующая прибавка, я покажу, что делать дальше. Провязала я несколько рядов, вот у меня тут 2 изнаночные, хорошо их видно, мои прибавки, и вот моя центральная петля. Дальше мне нужно снова сделать прибавку, у меня тут ряд с точечкой, поэтому я снова довязываю до маркера свой лицевой ряд. Вот, довязала до маркера и делаю прибавку перекрученным накидом в одну сторону, раз. Дальше 3 центральные, которые у меня никогда не меняются, изнаночная, лицевая, изнаночная, снова маркер и переворот в другую сторону, накид, 2. 2 прибавки сделала. Теперь у меня появились новые 2 петельки между изнаночными, и таким образом мое чередование лицевых и изнаночных снова на месте. Сейчас мы провяжем изнаночный ряд, и вы в этом убедитесь. Довязываю лицевой ряд до конца, начинаю вязать изнаночный ряд. И вот тут возле маркера, смотрите, вот у меня моя лицевая, дальше прибавка, провязываю ее изнаночной, но в изнаночном ряду я снимаю изнаночную с накидом, маркер, и снова лицевая, изнаночная, лицевая, маркер, прибавка моя, снимаю ее с накидом, как изнаночную, лицевая. Видите, чередование у меня здесь снова появилось, потому что я сделала прибавку второй раз. Когда я буду делать прибавку в третий раз, у меня снова будут 2 изнаночные рядом. В четвертый раз опять будет чередование. И так я буду двигаться вверх, делая все прибавки четко по клеточкам. Здесь, когда буду провязывать свои прибавки, тут у меня накид, я буду провязывать их как лицевую с накидом. И спокойненько вязать дальше прямо вверх. Вяжем так все-все-все наши прибавки по схеме, по нашим клеточкам. И следим за тем, чтобы мы правильно все чередовали. Вот, я связала свой рукавчик. Видите, у меня тут центральная лицевая. И справа и слева отходят мои прибавки. Все, все клеточки отметила. Теперь я могу петельки закрыть. Вот на данном этапе, пока вы вяжете рукав, я советую вам вязать из кусочков, если у вас есть какие-то кусочки. Потому что на планку нам важно оставить какой-то большой моток, чтобы у нас не было никаких обрывов. И мы совершенно спокойно могли целиком планку связать единой ниточкой. Здесь я провязываю петлю и продеваю сквозь предыдущую. Тут лицевая, провязываю лицевую, продеваю сквозь предыдущую. Так же, как мы закрывали плечико. Я завершила закрывать петельки. Рукав мой готов. Теперь... Так, здесь ниточку можно оставлять покороче, она тут длинная, не нужна нам. Вот наш рукав, теперь можно начать вязать второй. С изнанки вот так это выглядит. Видите, вот когда мы 2 лицевые вязали, рядышком вот эти места. Готово. Второй рукав вяжется аналогично, только в зеркальном отражении. Помните, я говорила, что здесь у нас справа было 18 петель до центра, слева 17. Во втором нашем рукаве справа будет 17, слева 18. Как это сделать? Если в этом рукаве мы начинали набирать петли с изнаночной, то в следующем рукаве вы начнете набирать петли с лицевой. И все, и таким образом у вас будет в зеркальном отражении связаны оба рукава. Давайте я покажу, как это делается. Я снова оставляю ниточку для сшивания, ниточку для того, чтобы петли набрать. Беру свою спицу, набираю первую петлю, как обычно. А вот следующую набираю лицевую, а не изнаночную. Вот так, то есть другим способом. И набираю свои необходимые 40 петель. Все, вот этой манипуляции будет достаточно для того, чтобы у вас получился второй рукав в зеркальном отражении. 39 и 40. Набрала 40 петель. Точно так же 2 ряда вяжу полой резинкой. Кромочную снимаю. Дальше лицевую провязываю, изнаночную снимаю нить перед петлей. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Вяжу 2 ряда полой резинкой. 2 ряда полой резинки связала. Дальше 10 рядов оставшиеся простой резинки 1 на 1.
Тут просто все петельки провязываем лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Вяжем так 10 рядов. Связала я резинку, и дальше нам нужно уже вязать наш узор, наши прибавки и делать разметку. Я зачеркиваю в другую сторону клеточку для второго рукава и буду делать разметку. Смотрите, снова я тут смотрю, что мне нужно провязать одну кромочную, 17 рабочих петель. Кромочную снимаю, вяжу 17 рабочих петель, первый лицевой ряд нашего узора, все петли провязываю и отсчитываю 17. И 17, вот так. Три будут мои центральные, я повешу маркеры. Три центральные у нас, изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова маркер. Как раз до маркера и после маркера будут наши прибавки, все так же, как и в предыдущем рукаве. И останется 18 петель и 1 кромочная. Считаем. 18 и 1 кромочная. Все правильно. Вот так мы сделали разметку второго рукава в зеркальном отражении. И теперь спокойно будем вязать все прибавки аналогично первому рукаву. Итак, вот я связала два рукавчика. Один, второй. Они одинаковые, только у одного, видите, здесь справа изнаночная первая, а здесь справа лицевая первая. То есть немножко на одну петлю, один вправо, один влево, центральная часть смещена. Готово. Теперь нам нужно связать планку, а потом мы уже пришьем рукава к нашему кардигану. Для того, чтобы связать планку, нам сначала нужно сшить плечи у переда и у спинки. Так, вот деталь, где вперед и спинка, и нам нужно сейчас сшить вот эти плечики. Раз и два, чтобы потом по краю вот так набрать планку. Планку мы также еще посчитаем, нам нужно еще сделать расчеты на планку. А мы здесь у полочек оставляли ниточки, вот одна длинная и вот вторая длинная. Предлагаю начать с той, которая с краю. Вот здесь. И сейчас мы вот так вот от края к центру пришьем друг к другу наши плечики. Раскладываю я вязание так, чтобы мне было удобно сшивать. То есть лицевой стороной вверх. И вот так вот плечо к плечу. Вот так. Это спинка, это полочка. Здесь я добавляла ниточку, поэтому потом ее просто срежу после ВТО. А теперь мы берем иглу, которой будем сшивать. Иглу я использую для сшивания трикотажных изделий. Распутываем вот этот узелок. Вот смотрите, ниточка выходит из полочки сверху. Мы находим здесь в противоположной стороне на спинке нашу кромочную петлю. Вот она кромочная с краю, лицевая. Вставляем в ее центр и выводим из центра следующей петли. У меня это лицевая. Вот так. Подтягиваем. Дальше мы переходим на эту сторону. Здесь точно так же мы находим из кромочной уже петля, ниточка только что вышла, да, когда мы первый стежок сделали. Теперь вставляем в центр соседней петли, она у меня изнаночная, вот, сверху вниз, и снизу вверх выводим из следующей лицевой петли. Готово, подтягиваем. Дальше здесь вставляем в центр лицевой петли, из которой только что мы вытаскивали иглу, и выводим из центра следующей изнаночной петли. Подтягиваем. Здесь снова в лицевую в центр вставляем, в изнаночную выводим. Вот так вот, вставляя в центр двух петелек, мы сшиваем наше плечико. Предыдущую петлю вставляем, в следующую выводим. Вот у меня предыдущая изнаночная, вставляем. Из следующей выводим ниточку, подтягиваем. Не слишком сильно затягивайте ваш вот это вот шовчик, но и в то же время не нужно слишком рыхло сшивать, чтобы здесь у вас не было каких-то растянутых дырочек. Так, сшиваем плотно, но не затягиваем. И вот так двигаемся от края ближе к центру. Вот что получается. Проверяйте, пружинит у вас шов или нет. Если пружинит, все в порядке. Вот что у меня получается. Вот такой аккуратный шов. Он пружинит, дырочек никаких нет. Все отлично. Заканчиваем мы в тот момент, когда у нас заканчиваются петли на полочке. Вот смотрите, у меня тут последние петельки. Так. Еще одна и еще одна, тут у меня изнаночная
И последний стежок в кромочную, вот так вот. Готово. Здесь я никак ниточку не закрепляю, потом, когда будем нитки прятать, уже закреплю. Вот, сшили мы в наше плечико. Вот так это выглядит. Теперь нужно сделать то же самое с другой стороны. Я считаю лицевые петли на спинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 11 лицевой петле наше плечико заканчивается. Значит, я с этой стороны отсчитываю 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот на этой 11 лицевой заканчивается наше плечико. Я повешу маркер для того, чтобы понимать, с какого места мне начать сшивание. Почему? Потому что наша противоположная полочка, вот видите, другая полочка, ниточка находится также у нее справа, да, если смотреть вот так сверху, и эта правая часть, она у нас, ну, будет к центральной пришиваться, вот так, то есть с краю пришивать мы уже не можем, нам нужно обязательно начать в нужном месте, чтобы когда мы сшили наше плечо, чтобы у нас вот здесь вот краешки сошлись у спинки и у полочки. Поэтому мы сначала сшили с краю, посчитали лицевые, отметили это место, и теперь с этого места будем сшивать вторую часть нашего плечика. Делаем все то же самое. Здесь я в центр вставляю вот этой петли, которую мы отметили, и вывожу из центра следующей. С противоположной стороны точно так же. В центр одной петли вывожу из центра следующей. И второе плечико сшиваем аналогично. Так, вот промежуточный результат. Второе плечико. И потихоньку сшиваю дальше, двигаясь справа налево. Вот так заканчиваю я тут сшивать. У меня осталось две петельки. Раз, два и кромочная. Готово. Все, ниточку точно так же я тут оставляю. Все в порядке, у нас тут все сошлось. Готово. Плечики мы сшили. Вот так теперь выглядит наш кардиганчик с сшитыми плечиками. Маркер можно убрать. И следующий наш шаг — это вязание планки. Планку мы будем набирать снизу, вот так вот снизу, по краю, дальше вырез, петли спинки, вырез и по краю. И будем туда-назад поворотными рядами вязать ее, ну, сантиметра 3, не больше. Я уже подготовила нашу страничку. И теперь смотрите, вот так выглядит у меня одна полочка. Мне нужно посчитать, сколько по краю здесь мне нужно набрать петель. Как я это делаю? Для начала я должна узнать, сколько у меня вот здесь по краю уже провязанных петель, которые вертикально расположены. То есть сколько рядов всего я связала в своей полочке. Потому что именно вот в эти петли мы будем набирать наши петли. Вот край моей полочки, вот здесь у меня изнаночная петля. В эти петли мы будем набирать наши петли на планку. И мне нужно узнать, сколько здесь, вот так вот по вертикали, изнаночных петель. Количество этих изнаночных петель равно, естественно, количеству рядов в моем кардигане. Поэтому я записываю. У меня вот здесь вот в резинке, смотрите, 12 рядов. Дальше мы вязали прямо вверх 60 рядов и вырез 48 рядов. Я считаю 12 рядов плюс 60 рядов плюс 48 рядов. Всего у меня получилось 120 рядов. То есть вот здесь вот всего по краю у меня 120 рядов. Давайте я запишу это другим цветом. 120 рядов. И мне нужно здесь набрать петли для своей планки. Теперь, сколько петель для планки мне нужно набрать? Для того, чтобы это посчитать, я должна взять свой рукавчик. Я хочу, чтобы моя планка была вот такая, то есть резинка, чтобы была не в растянутом состоянии, а в присобранном. И поэтому беру линейку и измеряю плотность своего вязания этой резинки вот в таком спокойном состоянии. Просто прикладываем линейку, отмечаем где-то и считаем, сколько петель у нас в этих сантиметрах. Я посчитала, что у меня моей резинки в 16 петлях 6 сантиметров. Мне нужно всего, вот здесь у меня планка в высоту 30 сантиметров, мне нужно всего посчитать, сколько в 30 сантиметрах у меня петель, чтобы знать, сколько петель мне набирать на планку. Вот здесь у меня 30 сантиметров.
30 я умножаю на 16 и делю на 6, у меня получилось 80. То есть 80 петель мне нужно набрать по краю для своей планки, чтобы у меня в итоге получилась ширину планка 30 сантиметров. Вот я имею в виду в ширину, потому что мы будем вязать вот так вот поперек, да, и вот это как бы ширина моей планки, высота 3 сантиметра. То есть видите, у меня 120 петель изнаночных по краю, а 80 петель мне нужно в них набрать. Значит, какое-то количество петель я буду пропускать. Какое количество петель я буду пропускать? Давайте посчитаем. 120 минус 8. 40 петель я буду пропускать. 40 петель это пропустить, я так и пишу. Пропускать мы будем их равномерно, то есть через равное количество петель. Как узнать, через какое количество петель мы должны их пропустить? Я беру 120 своих изнаночных петель и делю на то количество петель, которое нужно пропустить. 120 делю на 40, у меня получается 3. Это означает, что мы пропускаем, Ясюша играла фломастером моим, мы пропускаем, пропустить каждую третью петлю. То есть, когда мы будем набирать вот здесь по краю петли, мы каждую третью будем пропускать. То есть, в нее мы набирать петли не будем. В итоге у нас тогда получится 80 петель планки, и она получится ровно 30 сантиметров. То есть, столько, сколько нам нужно. Я беру свою спинку-полочку, раскладываю так, чтобы мне было удобно. Вот начало. И буду набирать. Просто вот так вот нанизываю ниточку на пальчик, потом мы этот краешек спрячем. И набираю. У меня здесь изнаночная петля по краю. Вот я в первую набираю, то есть вставляю в центр этой изнаночной и вывожу свою ниточку. Так, не все ниточки захватила. Вывожу свою ниточку. Вот так. Это будет моя первая петля. И дальше, смотрите, набираю в центр следующей изнаночной. Это вторая. И третью изнаночную я пропускаю дырочку. Дальше набираю 1, 2 и третью дырочку изнаночной пропускаю. Третью мы каждую третью пропускаем. 1, 2, третью пропускаю. Дальше 1, 2, третью дырочку от изнаночной пропускаю. И так набираю все петли, пока не дойду до выреза по спинке. Ну что ж, дошла я до спинки, и дальше в спинке все очень просто. Мы набираем просто в каждую петлю, в центр каждой петли. Вот здесь у меня вот эта лицевая, да, с которой мы пришивали, я ее пропускаю. Дальше идет изнаночная. Вот в центр изнаночной я набираю раз, дальше в центр лицевой 2, снова в центр изнаночной раз, центр лицевой 2, и по спинке я не делаю никакие расчеты, я набираю просто вот в каждую петлю. Закончила я набирать петли по спинке, разворачиваю свое вязание, и дальше у меня идет вторая полочка, и точно так же я снова продолжаю вставлять в центр изнаночной петли по краю и пропускать каждую третью изнаночную, раз, два, третью дырочку пропустила. Дальше в изнаночную, раз, два, третью изнаночную пропускаю. И двигаюсь вниз, пока у меня не закончатся все петли на полочке. И я пока не наберу все петли на свою планку. Вот, дошла я до конца, все отлично. Теперь разворачиваю свое вязание на изнаночную сторону и начинаю вязать свою планку. Вяжу я чередованием лицевых и изнаночных петель. Начинайте с любой, с какой угодно, какая вам нравится. Первая у нас будет как кромочная, и вяжу изнаночная, лицевая, изнаночная, то что ж такое, изнаночная, лицевая. Старайтесь вязать поплотнее, не слишком рыхло, и вяжем так необходимое количество рядов, пока не будет у нас где-то 2,5 сантиметра, потому что потом в конце мы еще провяжем 2 ряда полой резинкой и петельки закроем. 2,5 сантиметра вверх вяжем. Вот, связала я 2,5 сантиметра примерно, столько, сколько мне нужно было. Вот так выглядит
с лицевой стороны наша планка, вот так с изнаночной тоже все очень аккуратно. И теперь мы вяжем два ряда полой резинкой. Первый ряд, точно так же, как мы вязали в начале, лицевые провязываем, изнаночные снимаем, нить перед петлей. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю, нить перед петлей. Вяжем так до конца ряда. Так, довязываю до конца, готово. Связала рядок первый с полой резинкой, дальше разворачиваю вязание. У меня второй ряд с полой резинкой, делаю то же самое. Изнаночную снимаю нить перед петлей, лицевую провязываю лицевой. Изнаночную снимаю, лицевую провязываю, вяжу так до конца ряда. Так, довязала я тоже и этот ряд. Готово. Теперь нам нужно закрыть петли нашей планки. Закрываем мы их иглой, отмеряем ниточку подлиннее, ну, чтобы она раза в три была, наверное, длиннее, чем вся планка, чем длина всей планки. И начинаем сшивать. Так, у меня здесь изнаночная петля. Вот нам нужно найти первую изнаночную. Это будет либо ваша следующая после кромочной, либо сама кромочная. У меня это кромочная. Я в изнаночную петлю вставляю иглу слева направо. Подтягиваю. Дальше я вставляю свою иглу в петлю, которая находится справа от изнаночной, у меня ее нет, поэтому я пропускаю. И слева от изнаночной, вот здесь, вставляю справа налево, подтягиваю ниточку. И третий шаг я снова вставляю в изнаночную, но уже справа налево, вот так. Готово. Две петельки спускаю со спицы, чтобы у меня следующая снова была изнаночная. В изнаночную вставляю слева направо, это первый шаг. Дальше в лицевую, вот она у меня спущенная, видите, лицевая. Вставляю в центр раз, и в лицевую, которая слева от изнаночной, два. То есть две лицевые, которые находятся справа и слева от изнаночной. Подтягиваю. Вот здесь, когда вы вставляете в лицевые, подтягиваете ниточку, следите за тем, чтобы ваша нить располагалась сверху вашего вязания. То есть не вот так сбоку, а сверху. Поправляйте ее, вот, чтобы она легла сверху, чтобы она легла вот так вот вертикально. И третий шаг я вставляю снова в изнаночную справа налево. Подтягиваю ниточку, сильно не затягивайте. И две петельки снимаю так, чтобы следующая снова была изнаночная. Первый шаг слева направо. Подтягиваю, второй шаг в лицевую, в центр лицевой и в центр лицевой следующий, подтягиваю, на данном этапе слежу, чтобы ниточка легла строго вертикально, вот так, и третий шаг снова в изнаночную справа налево, подтягиваем, снимаем. Таким образом мы закрываем все петельки дальше, очень внимательно следим и в голове держим первый шаг, второй шаг. Здесь ниточку расправляем. И третий шаг. Две петельки спускаем. Снова первый шаг. Второй шаг. И третий шаг в изнаночную. И двигаемся так справа налево. Вот что у нас получается. Вот такое аккуратное закрытие. И как раз хорошо пружинит, и планочка очень хорошо легла. Закрываем все петли, это достаточно долго, но оно того стоит. Заканчиваю я свою планочку закрывать. Тут последние стежочки. Как раз хочу вам показать, как это все происходит в конце. Вот, смотрите, тут у меня последняя. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. И изнаночная одна остается, да, которая как кромочная. Первый шаг, второй шаг. Тут у меня только одна лицевая. И третий шаг в изнаночную. Вот так, готово. Закрыли мы все петельки. Вот такая планочка получилась. Так, с изнанки это все выглядит тоже очень аккуратненько. Она растягивается, пружинит. Все в порядке. Теперь мы приступаем к сшиванию. Пришиваем рукава к пройме. Вот моя пройма,
По моим расчетам, здесь в пройме у меня 24 лицевых ряда, то есть 24 кромочные петли. За них мы будем пришивать рукав. И в рукаве, вот здесь вот сверху я посчитала, у половинки рукава, вот тут, у меня примерно 27 петель. Ну, не примерно, точно. Вот, значит, примерно каждая кромочная и каждая моя рабочая петля будут пришиваться друг к другу. Вот вы это учтите тоже, посмотрите внимательно, как вам цеплять кромочные петли и рабочие петли рукава, чтобы у вас рукав пришился четко. Так, здесь я смотрю, есть ли у меня какие-то ниточки, которыми я могу сшить. Да, вот длинная есть, ей буду сшивать. Осталось у меня от плечика. То есть вы новую ниточку можете не добавлять, если у вас есть какой-то кончик от предыдущего какого-то шва. Я буду сшивать рукав к пройме сверху вниз с одной стороны и сверху вниз с другой стороны, не по кругу. Значит, вот так беру свою пройму, беру свой рукавчик, вот центр моего рукава, тут все очень удобно. Сразу ввожу иглу в центр рукава, чтобы соединить как бы две части, и буду двигаться сверху вниз. Это, видите, мой вырез, моя полочка, это половинка моего рукава. Итак, как я пришиваю? Я цепляю вот здесь вот своей иглой сверху место между рабочей петлей первой лицевой и кромочной. Вот так вот подцепила, подтянула, перехожу сюда. Здесь подхватываю центр, вставляю иглу в центр изнаночной и вывожу из центра следующей лицевой. Готово. Дальше здесь снова цепляю вот это место между лицевой и кромочной петлей. И здесь вставляю в центр лицевой, вывожу из центра изнаночной. И двигаюсь так вниз. Слишком сильно не затягиваю, но в то же время не сшиваю рыхло, чтобы у меня здесь не было лишних дырочек по шву. Вот так двигаюсь примерно, цепляя одну кромочную у полочки и две петельки вот так вот у рукава. Вот что у меня получается, аккуратный шов, все в порядке. Когда я дохожу к подмышке и вижу, что здесь еще петель чуть больше, тут уже почти заканчиваются, я могу через петлю подхватывать на рукаве, чтобы немножко скорректировать длину проймы, да, по количеству петель и длину моего рукава. Ну, то есть это ближе к подмышке можно сделать. Вот так я уже скорректировала, все в порядке. И вот как раз моя подмышка. Все готово. Я сюда ниточку ввожу, потом спрячу ее. Вот так мы сшили одну половинку. Аналогично разворачиваем, сшиваем, пришиваем вторую половинку рукава к второй части проймы. Я воспользуюсь вот этой коротенькой ниточкой, а потом добавлю еще одну, потому что этой короткой мне точно не хватит. Потом просто добавлю еще дополнительно ниточку и продолжу сшивание. Готово. Вот мы пришили одну сторону рукавчика, вторую сторону рукавчика. То же самое мы делаем со второй нашей проймы, аналогично пришиваем ко второй пройме второй рукав. Ну что, вот что у меня получилось. Я сшила два рукавчика, пришила к проймам. И что мне осталось, это сами рукава сшить одну половинку с другой. Раскладываю я вот так вот все лицевой стороной кверху, рукавчик сам. Мне удобно сшивать рукав вот так вот справа налево, то есть здесь запястье, слева подмышка. Тут мы оставляли длинную ниточку специально для того, чтобы ею сшить как раз этот рукав. И теперь вот так вот беру свое запястье, здесь у меня ниточка с этой стороны выходит, значит, вставляю сюда в противоположную сторону, закрепляю как бы. И теперь тоже подхватываю место между кромочной и первой рабочей петлей. Подтягиваю. И здесь подхватываю между кромочной и рабочей петлей. Подтягиваю. С одной стороны подхватываю место между рабочей и кромочной. Вот так вот. Подтягиваю. И с другой стороны между рабочей и кромочной. И подтягиваю. Снова здесь. Вот так подтянула. Теперь здесь вот так
и подтянула. И у нас, видите, сохраняется чередование лицевых и изнаночных петель, и все очень хорошо закрепляется. Шовчик получается незаметный. Двигаемся так до подмышки. Так, вот здесь вот я в подмышке стараюсь разобраться. Вы тоже попробуйте внимательно здесь все сшить, чтобы у вас петельки не потерялись, чтобы четко вы все-все-все подхватили, которые нужно. Вот так. И вывожу ниточку наизнанку. Потом там мы завяжем узелочек и все хорошенечко закрепим. Вот так у нас получилось. Вот такая подмышка пока. Вот такой рукавчик. То есть, видите, шва совсем не видно, где там этот шов, непонятно, потому что мы все правильно, аккуратно сшили. С изнаночной стороны шов выглядит вот так. Это правильный шов, если здесь вот такая вот дорожка из двух кромочных петель. Вот так это все должно выглядеть в итоге. То же самое мы делаем со вторым рукавом. Вот так выглядит наш рукавчик сверху. Вот так вот он у нас вшит в пройму аккуратненько. Вот такая красота у меня получилась. Нитки осталось только спрятать. Вот такие рукавчики, такой кардиганчик. И пуговички пришить. Сейчас мы с вами спрячем ниточки. Я покажу на каком-то маленьком отрезочке, как я это делаю. И в целом все. Да, Исюша? Скажи да. Да. Красивый кардиган? Да. Ой, мумница моя. Так, плечо. Вот у нас плечо и ниточка тут есть. Если нитка длинная, то я вставляю ее в иглу и прячу нитку иглой. Как мы здесь можем спрятать это плечо? Я продеваю под петлями шва свою вот эту ниточку, которую мне нужно спрятать. Вот так, смотрите, змейкой. Справа налево, потом слева направо. Вот так. И под этими петельками саму ниточку видно не будет. С лицевой стороны я держу пальчик, чтобы чувствовать, не проходит ли эта нить, которую я прячу, по лицевой стороне. Чтобы она, не дай бог, у меня не вылезла на лицевую сторону. Я вот пальчиком трогаю внизу, чувствую, что нет, все в порядке. Ниточка прячется именно на изнаночной стороне. Вот так вот прохожусь я ей по шву. И в какой-то момент, когда я уже буду считать, что достаточно закрепила, я ниточку отрезаю. Здесь можно ее немножко пониже вот так вот углубить, чтобы она не мешала, и отрезать. Вот так отрезаем. Вот эти маленькие ниточки мы можем спрятать крючком. Крючок вставляем под кромочную петлю, под две дужки кромочной петли. И вот так вот выводим ниточку. Дальше с другой стороны. Под две дужки кромочной петли и выводим ниточку. Можно с этой стороны. Вот так. И готово. Можно отрезать. Так, подмышкой. Эти ниточки я спрячу аналогично. Подмышкой. Разделяю ниточки все на пары. Какую с какой завязать. Подтягиваю их все. Вот чувствую, что вот эти две противоположные, их можно друг с дружкой завязать узелком. Старайтесь завязывать противоположные друг от друга, чтобы эту дырочку закрыть. Раз и два. Завязала, готово. Дальше, допустим, вот эту ниточку можно взять и вот эту, две противоположные. Завязать узелочек. Раз и два. Готово. Ну, это может остаться, либо можем также ее подвязать с, например, с вот этой. Раз и два узелочек. Вот так, готово. Узелочки я завязала. И теперь думаю, вот эти ниточки я спрячу в этот шов. Вот эту ниточку в этот шов. Вот эти две в этот шов, чтобы тоже все ниточки не прятать только в один, потому что тогда шов будет слишком уплотнен. Вот беру я, например, эту ниточку, вставляю тоже ее в иглу и смотрю, вот у меня здесь крайние мои петельки, я под крайними петельками провожу эту ниточку. Раз, теперь в другую сторону два, теперь снова в эту сторону три, четыре, и вот так вот иду по шву, по крайним петелькам моим. И таким образом закрепляю ниточку. Ее и не видно, и в то же время она очень надежно, аккуратно будет у нас закреплена. В какой-то момент останавливаюсь, вот видите, ее не видно, и отрезаю.
То же самое я делаю со всеми остальными ниточками, вот этими. Так, здесь у меня еще есть по краю ниточка вот тут. Когда я набирала петли на планку, вот эту ниточку с петлями на планку я спрячу в полую резинку по краю своего изделия. Вот край моего изделия, я вставлю в эту полую резинку иглу, вот так, видите, чтобы ее не было видно. Здесь у нас как раз по краю полая резинка. Беру эту ниточку, вставляю в иглу и вывожу. Вот так мы спрятали, после влажно-тепловой обработки, после стирки ниточка точно закрепится, никуда не убежит. Можно отрезать. То же самое мы делаем с противоположной стороны. Вот здесь у нас есть одна ниточка от места, где мы набирали петли на полочке и спинку. Спрячем сюда. И вторая ниточка, когда мы закрывали петли планки. Мы тоже можем спрятать ее в полую резинку, но в полую резинку, которая относится к планке. Вот моя планка. Я вставляю иглу, провожу сквозь несколько петель, так, чтобы не было видно этой иглы. Вывожу в какой-то момент и протягиваю ниточку. Готово. Распрямляю, ниточку отрезаю. Вот так мы аккуратно спрятали, ничего не видно. И делаем все то же самое с оставшимися ниточками. Ну что, вот такой красавчик у нас получился. Я вас поздравляю, все отлично, все шикарно. Все прекрасно связано, сшито, сделано, ниточки спрятаны, пуговички пришиты. Я надеюсь, что у вас получилась такая же красота, и вы остались довольны. Ну, вот таким был мой мастер-класс, я надеюсь, вам понравилось. Обязательно делитесь своими готовыми кардиганчиками со мной, все ссылки на мои соцсети есть в описании под видео. Также, если вы хотите отблагодарить меня чем-то, можете там же в соцсетях мне написать, и я вам вышлю реквизиты для оплаты, свой адрес, потому что я знаю, девочки любят высылать какие-то милые подарочки, тоже сделанные своими руками. Я очень буду рада любой вашей активности. Вы можете поддержать меня элементарно, поставив лайк, написав комментарий, и можете поделиться этой ссылкой на этот мастер-класс со своими подружками, которые вяжут, может быть, вы где-то опубликуете в социальных сетях, в каких-то группах, вязальных чатах, где вы состоите, я буду вам за это очень благодарна. Для меня количество просмотров, количество лайков — это показатель того, что вам нравится моя работа, нравится то, что я делаю, я могу двигаться вперед, могу двигаться дальше, записывать какие-то еще мастер-классы для вас. Если вы хотите связать что-то на себя, какое-то взрослые изделия, у меня есть платные курсы на взрослые изделия. Ссылки тоже есть все под видео в описании. Заходите, смотрите, приобретайте и вяжите. Буду очень рада. Я всегда на связи. Если какие-то есть вопросы, пишите тоже мне в соцсети. Спасибо вам большое за внимание. До встречи в следующем видео. Пока-пока-пока.